10 ноября сотрудники полиции отметили свой профессиональный праздник. Этот день на многие десятилетия стал символом чести, доблести, мужества и отваги сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающих правопорядок и безопасность в стране, защищающих права и законные интересы граждан. «Мир, покой и порядок на нашей земле», отметил в своем поздравлении начальник регионального ОМВД полковник полиции Петр Пырх. «Лучшая оценка эффективности деятельности органов внутренних дел и признание заслуг каждого сотрудника, ведущего непримиримую борьбу с преступностью. Выполнение этой важнейшей задачи требует от всех нас максимальной самоотдачи, смелости, ответственности и профессионализма». В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в Оржееве Петр Пырх вручил ключи от квартир ветеранам МВД и действующим сотрудникам полиции. Теперь 5 семей полицейских будут проживать в новом доме, сданном в эксплуатацию в кратчайшие сроки, с чистовой отделкой, сантехникой, газовыми плитами, приборами учета электрической, тепловой энергии и воды. Уезжать буду с семьей, супругой, ребенку 3 года. Садик буквально через улицу находится. Школа тоже рядом. Как бы район хороший. В этот же день новые владельцы квартир осмотрели будущее жилье и остались им очень довольны. Впереди новоселье. 10 ноября в праздничный день в Тверском парке Победы перед строем сотрудников Центрального отдела полиции и юнармейцев состоялось торжественное открытие нового экспоната. Этот БТР долгие годы стоял у входа в учебный центр УВД на улице Хрустальная. Очень трогательно, что наши коллеги восстановили данный экспонат. Дали новую жизнь этой боевой единице БТРа. Если техника могла бы говорить, она, наверное, много рассказала про боевую свою историю. Скорее всего, она прошла путь афганской войны и чеченского конфликта. Возможно, она была и в Чечне. На торжестве в этот праздничный день присутствовали ветераны войны и МВД, многочисленные жители Твери. Хочу сказать огромное спасибо командирам юнармии, которые воспитывают молодежь в духе патриотизма. В лучших традициях российского офицерства. И сегодня, в этот торжественный день, решите поздравить своих коллег, которые здесь находятся в строю, и ветеранов, которые также здесь собрались. Сказать вам большое спасибо за ваш труд, счастья вам, здоровья. Праздник сотрудников, он действительно для нас, для всех очень близок и важен, потому что, наверное, в каждой семье есть тот, кто так или иначе благодарен или связан с Министерством внутренних дел. У меня младший сын, майор полиции, который, несмотря на то, что вырос в семье военного, всю жизнь мечтал быть сотрудником правопорядка. Мы присоединяемся ко всем словам поздравлений в адрес сотрудников правопорядка, тем более, что именно 10 ноября, 21 год назад, патрульная служба впервые вышла в эфир. Так что этот день и для нас важен и памятен. Наша служба не опасна и трудна. Если кто-то кое-где у нас порой, честно, жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой, как назначено судьбой для нас с тобой. Вместе служба дни и ночи.